Сейчас в Москве и нескольких других городах наблюдаются временные сложности с голосовой связью. Снижение успешности дозвона составляет порядка 30%. Технические специалисты Мегафона проводят восстановительные работы, а трафик переводится на резервные каналы. При этом мобильный интернет продолжает работать стабильно. Мы планируем восстановить полноценную работу сети в самое ближайшее время. Приносим своим абонентам извинения за доставленные неудобства.